Обновленный в России внедорожник Toyota Land Cruiser внешне отличается только новыми колесными дисками и цветом черный перламутр. А вот противоугонная безопасность двухсотки доработана серьезнее. В базовую комплектацию включены датчики наклона и объема, а также центральный замок с двойной блокировкой. Специальный датчик движения встроят в ключ, благодаря которому он не будет постоянно излучать радиосигнал. Добрался до России и рестайлинговый Lexus GX, которому модернизация принесла светодиодные фары и ячеистую решетку радиатора. Бензиновый V8 по-прежнему сочетается с шестиступенчатым автоматом. Оснащение пополнилось комплексом электронных ассистентов. При этом базовая версия GX даже подешевела. Открылся прием заказов и на обновленный Lexus RX. Напомним, что модернизированный кроссовер отличается противотуманными фарами внизу бампера и сетчатой решеткой. Инженеры повысили жесткость кузова, увеличив количество точек сварки. В подвеске заявлены другие стабилизаторы, пружины и амортизаторы, а в рулевом управлении перенастроенный электроусилитель. Отметим, что начальная комплектация «Стандарт» с тканевой обивкой сидений отправлена в отставку, а вместо нее базовым станет исполнение Executive. Европейский универсал Toyota Corolla Touring Sports обогатился новой модификацией Track. Изменения сводятся к дизайнерскому обвесу на кузове и оригинальным 17-дюймовым дискам. Салон отделан двухцветной тканью и вставками под дерево. Клиренс вырос на 20 мм, но итоговое значение всего лишь 135. Силовые агрегаты, как и других европейских Corolla, это атмосферник 1.2 или 2 гибрида на основе бензиновых моторов 1.8 и 2 литра.